Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яков Файн, я нахожусь в Южной Флориде. Сегодня хорошая погода, как и чаще всего у нас бывает. Утром прогулялся. И сколько там была температура? Ну-ка, дайте я вам скажу точно. Вам уже это важно знать. 76. Сейчас 76, 9 утра. 76 делим на 9 и получаем где-то 20... 3 градуса по Цельсию. 76 это по Фаренгейту. Делить на 9 не обязательно, это я пошутил. Канал теплый, ламповый, дилетантский абсолютно. Ценность его в том, что мы с вами общаемся регулярно в прямом эфире. Сегодня тоже прямой эфир, с чем я нас всех и поздравляю. Надеюсь, мы с вами сделаем контентик неплохой. Правило на канале простое. Оставьте 100 лайков, и я записываю следующее видео. Пока вы с этим справлялись очень даже неплохо в последний месяц. Молодцы. Просто молодцы. Давайте поздороваемся с теми, кто уже начал приветствовать меня и называть себя. Пишите, из какого вы города. Сергей пишет: «Доброе утро, Яков». Леся: «Доброго теплого дощового ранку, Якова. Нема в нас дощу, Леся. В нас сонечко сяє». Анна пишет: «Доброго дня, Якову, и всем добрым людям». Доброго дня, Аня, и вам того же. И с чего мы начнем и с чем мы продолжим? Ну, естественно, как всегда, я отвечу на ваши комментарии, некоторые, которые вы оставили вчера, которые вы оставите сегодня. Потом какое-то время я потрачу, хочу поговорить, ответить на вопрос, который мне пришел там по другим каналам. Парень пишет, парень находится в Польше, хочет, планирует переезд в Штаты. Как решить? Какой штат, о чем подумать и так далее. Я попробую порассуждать на эту тему. Ну и какие-то текущие события, может быть, тоже обсудим. В слове «об» обсудим, вторая буква «б». Роман пишет: «Доброе утро». Доброе утро, Роман. Он из города Вильнюса. Доброе утро, Вильнюса. Из Днепра, Stardust Crusader. Добрый день, пишет Crusader. Crusader – это вообще крестоносец. Он меня рад видеть. Я очень рад, что крестоносец меня рад видеть. Антон Гутентаг, as usual, пишет. Анна пишет: лайк поставлен, Tesla и iPhone к зарядке подключены, к просмотру готовы. Я вам скажу, Аня, даже не нужно подключать зарядки. Просто вы сидите недалеко от Tesla, а лучше всего смотреть этот прямой эфир в Tesla. Это, знаете, как беспроводная зарядка происходит. Мне не нужно, чтобы вы прямо с этими проводами возились. Выключите немедленно из розетки вашу Теслу, Аня. Поехали, поехали, давайте какие-то комментарии. Пишет Дмитро Полищук. One day ago. Один день назад. Яков, добрый день, извините, прогулял около 5 стримов. Это, конечно, многовато. Это многовато, Дмитрий. 4 стрима еще, ладно, но 5 прогулять. Вы потеряли... такую нетленку. Просто золото было именно в эти 5 стримов. Желательно не пропускать. Пару дней назад, пишет Дмитрий, видел новость, которая говорится, почему, как вы говорите, Байден не дает 6 миллиардов Украине помощь, которая есть. Суть новости в том, что Пентагон тоже со своей стороны выделял помощь Украине. Так как боевой инвентарь в то время, когда лежит на складе, теряет стоимость, произошел перерасчет, и таким образом выявилось, что не додали на 6 миллиардов. Но тут есть нюанс, пишет Дмитрий. Так как отдали военную помощь, то взамен этого должны пополнить свои запасы. И Пентагон говорит, чтобы восполнить наши запасы, это будет стоить более 6 миллиардов долларов, потому как эти деньги находятся на холде и, по сути, предназначены для США. Поэтому и Байден не дает помощь Украине. Я мог допустить какие-то неточности, пишет Дмитрий, ведь я такой же дилетант, как и вы, но суть примерно правильная. Что вы думаете на этот счет? Ну, во-первых, я рад, что вы тоже дилетант. То есть вы себя не строите эксперта, как и я. Но дилетант дилетанту рознь. Народная мудрость. Поэтому я вам скажу свое мнение. У нас мнения могут быть разные. А именно. Да, действительно, оружие, которое стоит на полках, на складах, оно depreciate, теряет стоимость свою. Поэтому и выявили эти 6 миллиардов, вы правильно говорите. Потом какую-то... Из этих 6 миллиардов на 2 отправили оружие, а теперь типа 4 миллиарда застряли. Во-первых, некоторое вооружение просто списывается. И, в общем-то, не обязательно, чтобы Пентагону надо было прямо сразу же восполнять то, что они дадут. У Соединенных Штатов нет
прямой угрозы нападения. И, ну, то есть то, что вы пишете правильно, то есть Пентагон хотел бы восполнить, на полки положить то, что отдадут Украине, это правда, но никакой угрозы нет для Соединенных Штатов, и точно так же, как с государственным долгом, они могли чуть-чуть подождать. И все-таки на эти 4 миллиарда, которые у них остались, отправить оружие в Украину. Вторая тема. Вторая тема, надо вернуться к ленд-лизу, который мистер Байден подписал еще 9 мая 2022 года. И если бы он хоть что-то сделал по этому ленд-лизу, то вся картина была бы совсем другой. По ленд-лизу не надо ничего утверждать, не надо утверждать в Конгрессе ничего. То есть берутся прямо с полок стоящие хамви, БТРы, танки, что там еще на полках валяется, F-16, и отдается в Украину. И говорят Украине, если в бою этот БТР не погибнет, не разломается, не разрушится, вернете взад, и мы поставим его обратно на полку. Ну, может, там чуть подкрасим, тут там царапинки уберем, знаете, там touch up paint у нас это называется, когда царапинки на добрые. А он же не сделал это. Почему он не сделал? 2 года он был, Байден его продлевал, не сделал ничего. Он мог абсолютно легко ответить. И сейчас ему ничего не мешало бы. Но сейчас уже республиканцы предлагают такой примерно вариант, как ленд-лиз. Не совсем такой, но примерно такой. То есть давать не в долг, вернее, не давать не на шару, а в долг Украине. И тут, кстати, был вопрос на эту же тему. Почему, мол, типа, какая мотивация? Кто-то мне написал. Если давать в долг Украине, скажем, деньги или еще что-то, какая мотивация у Украины отдавать обратно это дело? Где же этот был? Не знаю, где этот был комментарий. Ну ладно, смысл был именно такой. Именно такой. И какой смысл отдавать? Какая мотивация отдавать? Я задам вам вопрос. Если вы одалживаете у кого-то денег, не в банке, а у конкретного человека, у вашего приятеля, у вас есть какая-то мотивация отдавать им? Ну вот он у вас, он вам дал $1000 в долг. Вы ее потратили на то, что вам надо было, а теперь надо отдавать. Какая у вас мотивация есть? Отдадите ли вы эту $1000? Если вы приличный человек, вы отдадите. Если вы неприличный, вы не отдадите. Вы скажете, при чем здесь это? Между друзьями одна тема, а тут же государство, а не друзья. А государство – это политика, там такое не работает. Ошибаетесь. Если вы хотите, я имею в виду Украина, хочет быть государством в каком-то мировом сообществе других государств, тогда, конечно, вам придется работать по законам, которые существуют в нашем сообществе. Тогда вам придется получить consequences, последствия, если вы не будете отдавать. Это называется default. Если Украине дали денег взаймы, скажем, 50 миллиардов, потому что Украина не могла платить зарплаты очень полезным, в кавычках, депутатам, 450 человек в Думе, нет, как вы называете, Рада, Верховная Рада. И пришло время отдавать взад. Если вы не отдадите взад, это значит, что вы не рассчитываетесь по своим долгам. Это значит, вы объявляете дефолт. Вы объявляете дефолт, кредит рейтинг ваш опускается ниже, и в следующий раз, когда вы попросите, вам покажут средний палец Украине. Вот такая мотивация Украины отдавать долг. И если Украина это сделает, то лицо Украины, реноме, будет настолько испачканным. Тем более после того, как давали столько денег бесплатно. Что лучше, конечно, Украине такого не делать. Или не берите, или берите, но потом отдавайте. Как угодно отдавайте. Отдавайте борзыми щенками, отдавайте бартером, отдавайте какими-то ископаемыми, полезными. Но отдавайте. Если хотите иметь дело дальше с нами. Так, что еще тут было интересного? Вот Юлия пишет.
Яков, мы с мужем гуляли сегодня по Исайду и вспомнили вас. Хорошего человека, прекрасного человека, замечательного человека. Юля, огромное вам спасибо за то, что вы меня похвалили. Нашлось, я вам, не боюсь этого слова сказать, человек 7, наверное. Сказали, что я хороший человек. Это немало. А ведь мог ни один не написать комментарий. Молодцы. Всем семерым поставил лайк, поставил сердечко. Спасибо за комплимент. Что еще вы оставили вчера интересненького? Не знаю. Не вижу. А вот так, кто-то прислал мне военные облигации. Военные облигации, которые существуют на Украине, выгодные инвестиции. Я не знаю, что это значит, вот эта ссылочка. Военные облигации, сколько они платят. Это все в гривнах, я так понимаю. Если это в гривнах, вернее. Ну вот, когда они выпустили недавно. Дата погашения там 26 июня по 16,5%. Верите ли в это или нет, я не знаю. Но смысл, который... То, что я вам говорил об обязаловке. Здесь вы пишете «выгодная инвестиция». Правда это или нет, я очень сомневаюсь, конечно, что это правда. Ну уж, по крайней мере, 16,5% годовых – это too good to be true. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но я говорил не об этом. Я говорил о том, что это, надо эти облигации вручать населению Украины насильно. Не спрашивая, как часть зарплат. А население Украины должно посмотреть на эти облигации, повесить их сразу в рамочку, на стенку и сказать себе, я сознательно отдал эти деньги в помощь фронту. Я понимаю, что, может быть, эти деньги мне никогда не вернут по облигациям. Я понимаю это и иду на это с открытым сердцем. А то, что вы мне пишете в комментариях, вы пишете «хорошая инвестиция». Хорошая или нет, я не знаю, но я говорю не об инвестиции, а о том, что Отечество в опасности, у вас, по крайней мере. Давайте почитаем свежие комментарии, которые вы оставили мне сейчас прямо. Stardust пишет: Аня Шапира, привет от брата. То есть Stardust получается брат Ани Шапира или Stardust знает брата Шапира? Очень даже интересно. Александр Шик пишет: здравствуйте, извиняюсь из Брайтона. Ну и Брайтон тоже имеет право здесь находиться. Более того, Брайтон уважаемый район. Брайтон сыграл огромную роль в советской эмиграции. Я помню лучшие годы Брайтона, когда народ там отрывался, народ там гулял, идешь по Брайтону, вечером рестораны, музыка, всякие там известные певцы, Люба Успенская, Вилли Токарев, колбасы, магазин International, ресторан Татьяна, еще какие-то там на бордвоке. Ну, тогда были в 92-м году крылышки куриные по 29 центов за фунт. 29 центов! Такой цены не бывает. Ну, правда, они были там, море жира, там, никакой органики, ничего не говорило, но можно было поесть и наесться. Так что, Брайтон, привет Брайтону. Бегемот пишет: «Знедилию». Наши украинские женщины сегодня мне сказали, что сегодня надо просить у всех прощение, у вас какое-то, у украинцев прощенное воскресенье, чешется там бегемот. Вы знаете це? Вы в мене просите пробачення. Вы хочете, чтобы я у вас попросив пробачення? Прошу пробачення, бегемот, якщо я вас колись образив. Я не хотів. Гизель пишет: у нас 18-18. Я из Алматы. Что такое 18-18? Я не знаю. Зрение 20-20 – это 100% зрение. Когда 18-18, на каждом глазе немножко не то. Не знаю, что это значит. Всем доброго здоровья, благополучия, пишет Гизель. Кофеин пишет: Яков, будете ли смотреть фильм «20 дней в Мариуполе»? Пытался, пока меня хватило на 10 дней. Тяжело это все смотреть. Но я сделаю еще пару попыток, конечно. Hello, пишет РКДК. Доброе утро. Если предположить, что Байден, так же, как и республиканцы, не хотят помогать, то какой резон демократам сначала давать, а сейчас передумать? У демократов свои политические игры. И тот же самый Байден, который был
представитель, вернее, он, его назначил Обама еще в свое время, когда он был вице-президентом, чтобы он отвечал за Украину, он летал в Украину много раз. И тогда, когда можно было бы подкинуть больше Украине, он не давал Украине, он давал только вместе с Обамой, естественно, эти одеяла и приборы ночного видения. 13 раз он летал в Украину. Он знает Украину шикарно. Если бы он хотел помочь Украине реально, он бы давал больше Байдену. А он, с одной стороны, вроде бы как дает, но дает так, чтобы Украина не умерла быстро, чтобы она умирала медленно, дает Байден. И чтобы политически он продержался дальше, вроде как дает, и чтобы было ему на кого указывать пальцем, а именно на республиканцев. Вот такой резон у политиков. Теперь, стоячая стабильная волна пишет, ведь для Пентагона был отдельный фонд и компенсация того, что поставлено по ПДА. Почему намного больше, чем ПДА, и кому идут деньги от ПДА? ПДА – это President Drawing Authority. Это то, что президент сам может сказать, я беру вот эти деньги, то есть я на эти деньги беру товарчик. Он это делал раз 40, Байден. Тут точно. И кому идут деньги на ПДА? Наверное, идут деньги тем компаниям, которые будут производить то, что раздал президент. Не знаю, как это прямо через Пентагон, не прямо, не знаю. Джустар пишет, вітання, пане Файна, мені важливо знати, чи готуєте ви недільний борщ. Температура у Флориді мені не те, що важлива, а от борщ – то святе. На этой неделе я ел борщ, меня кормили наши женщины борщом. Борщ был вкусный, украинский борщ. Так, ну вот такой традиции, чтобы по воскресеньям есть борщ, нет. Шерпко пишет, Яков, вы все еще понять не можете, что в США очень хорошее ударное крыло, но сухопутные войска ограничены, и все, что было излишнее, США уже отдало. Все остальное – это разоружение США уже. Не волнуйтесь, я думаю, что у нас есть еще кое-что, чтобы отдать. Дальше. Кроме того, пехота американская, нам не нужна в обозримом будущем, насколько я знаю. Я не вижу, не представляю себе, что полчища канадских военных переходят границу со штыком наперевес. И нам надо от них отбиваться. То же самое я не предвижу с юга, где находится Мексика. А откуда еще штыки? Что, на лодках будут? И через Кубу, и в Кубе будут грузиться на лодки со штыками? Так мы их перехватим. Мы их перехватим. Так, Яков, а в США люди покупают иностранную валюту? Если да, то каких стран? Никогда не слышал, чтобы кто-то из моих знакомых покупал иностранную валюту. Никогда. Ну, то есть, у меня всегда лежит там 200 евро, чтобы можно было такси снять, если я прилечу в Европу. Но не более того. Так, Станислав пишет, привет, все. Он хотел сказать привет всем, но не напечатал последнюю букву. Бывает. Бегемот пишет. А на що взагалі США сухопутні війська з Канади, чи Куби, чи з Мексики? От то, що я сказав, бегемот. Ви украли, ви сняли у мене з язика ці слова. Видите? От то, що, знаєте, як воно говорить? Great minds think alike. Великі уми думають одинаково. Тобто ми з вами, бегемот, великі уми. И мы с вами думаем одинаково. РКДК пишет, но учитывая, что США настояли на ядерном разоружении Украины, то значит подспудно они носили на себя обязательства по защите ее. Подспудно, да, конечно. Подспудно, подсознательно, по умолчанию, но нигде не написано. Но подспудно, да. Хорошие термины. Валерий пишет, привет, Яков, чи дивилися фильм «Just Mercy»? 19-го року. Цікавить ваша думка. Фільм про масові безпідставне звинувачення у злочинах і страту на стільці чорних у 80-х років. Цікаво, чи схоже це на правду. Про 80-ті роки не вірю, що без... просто так брали чорних і казнили. Не вірю. Якщо це було десь в 60-ті роки, ще можу повірити. Ну, в 80-ті вряд ли. Валерій пише, до речі, дивно, чому новина про дружину Макрона зараз знову всплила. Про це вже говорило кілька років і в суді доводили, що це наклеп. Я не знаю, зв'язано ли це як-то либо з виборами, які предстоять у Франції, либо це зв'язано з тим, що Макрон активізувався, і він був голуб міра раніше, що касалось підтримки України. То тепер він, вроді би, перевращається потихоньку в ястреба.
Может быть, кто-то специально это подбрасывает, эти темы. Так это или нет, про жену Макрона я не знаю. Но Макрон явно меняется. Причем меняется в резкую сторону. В сторону поддержки Украины сильнее, чем ранее. Бегемот пишет: так, прощення, неділя, я вас прощаю. И прошу теж прощення, я добра. Прошу всех простить Бегемота, бо вона добра. У нее только имя такое — Бегемот. Но, знаете, вообще удивительно. Бегемот входит в пятерку, по-моему, самых агрессивных хищников в мире, которые существуют. У нас сюда рисует такой бегемотик, два зуба торчат впереди. Импланты еще не поставил. Такой веселый мальчик там с ромашками. Но бегемот, мама, не горюй. 5 самых хищных особей. Да, это мне рассказали, когда мы были на сафари в Африке. Валерій пише: згідний про Байдена, вже можна робити висновки в ретроспективі 2 років. Про трішки підкидає дрова, щоб не згасло і не згоріло швидко. Так. Гюзель пише: Яков, время 18:18 було, коли я відправила це сообщення, це 6 вечора. А, у нас це називається military time, воєнне время. У нас время не в 24 часах считается, а в 12, но добавляється AM, PM. Поэтому я не сразу понял, что это время даже. Так. Здравствуйте, Яков. Для Японии были? Да, был в Японии. Был. Итак, сегодня Saint Patrick's Day. Saint Patrick's Day. Вообще-то это... Кто такой Saint Patrick? Святой Патрик. Это такой святой покровитель Ирландии. Irish – это ирландский. Ireland – это Ирландия. Там у них все зелененькое, вся символика зелененькая. Сейчас я вам покажу. Там у них вот этот клевер, трехлистный клевер, зелененький. Вообще они одеваются во все зелененькое, проводят парады. В частности, почему-то самый большой парад у нас в Нью-Йорке происходит. Вот это пятая авеню. И в частности, вот это сзади, видите, красивейший огромный собор Saint Patrick's Cathedral. Вот. Это идет St. Patrick's Day Parade, это сегодня. Поэтому сегодня количество пьяных в Нью-Йорке будет зашкаливать. А это вообще St. Patrick's, он, я уже сказал, покровитель был айришей, ирландцев. Он жил в 5 веке. Его где-то мальчиком из рабства или продали в рабство, или что-то такое было с этим связано. Потом он вернулся и вот взял этот трехлистник, этот клевера, и объяснил Святую Троицу ирландцам. Такое объяснение прям все забалдели, и его теперь все любят. В Соединенных Штатах Америки довольно много выходцев из Ирландии. И они айриши, как мы их называем, Irish people. И я помню, когда младший сын учился еще в младших классах школы, он как-то приходит домой и говорит маме, говорит: мама, I am Irish or Jewish. Мама, я ирландец или еврей? Мама говорит ему, ну, жена моя, а чё ты решил, что ты Irish или Jewish? Он говорит, потому что у нас в классе только такие, или Irish, или Jewish. Она говорит, ты Ukrainian and Jewish. А он говорит, а кто такие Ukrainians? Кто такие украинцы? Кто знал? Кто знал? Кто такие украинцы? В те годы все были Russians в Америке. Митко Бар спрашивает, разве клевер нет четырехлиственный? Я не знаю. Я не натуропат, я не ботаник, поэтому мне трудно сказать. Если у нас есть в аудитории ботаники, пожалуйста, погуглите немедленно и напишите прямо в чат GPT, напишите, сколько листиков у клевера. Так, стоячая стабильная волна спрашивает, какие размеры у вашего бодироллера, длина, диаметр? Я оставил ссылочку в описании предыдущего видео, прямо ссылку на Амазоне, где продается этот роллер. 13 дюймов его длина. Тут спрашивает, он продолжает, стоячая стабильная волна. Какой предпочтительный, длинный, тонкий? Вот здесь, конечно, вопрос двусмысленный.
Некоторые любят короткий и широкий, некоторые любят длинный и тонкий. Все, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Но люди пишут, что лучше всего 13 дюймов. Все довольны. Все довольны. Но лучше кликните на ссылочку, там все размеры, все есть. Да, потом в какой-то момент, по какой причине, я не знаю. Я не думаю, что святой Патрик всем говорил, что надо бухать с утра до вечера. Но вот эта традиция, то, что айришей много в Штатах, и то, что они такие прямо наряжаются, и вот эти юбки кельты, или как они называют, и вот эти вот, как оно называется, когда ты дуешь, а тут какой-то курдюк под мышкой у тебя. Что они так ярко и все ходят, и народ стал к ним подтягиваться. То есть уже теперь сегодня не важно, ты айриш или ты не айриш, или кто ты, хоть ты узбек, хоть ты еврей, хоть ты латино. Все идут, все мажутся, зеленым одеваются, чтобы что-то было в одежде зеленое. Лица мажут зеленым, черным. Проходят по парадам и в бары. И в бары, и пьют, и пьют, и пьют, и пьют, и пьют, и пьют. Я не знаю, кто первый решил, что Сейнт Патрик приветствовал бы алкоголизм. Если кто знает, почему так, не знаю. Так, оки-доки. Переходим дальше. Переходим дальше к темкам нашей программки. Да. Что касается хороших новостей. Вот надоели эти плохие новости. Просто надоели. И вчера мне прислали, вернее, мне сказали о таком канале в YouTube, который называется «Антон знает цены». Я вам сейчас покажу чуть-чуть оттуда. Вот вчерашнее это самое. Мы вчера ужинали и смотрели, и наши украинские гости с удовольствием смотрели на ассортимент базара и какие цены сегодня в Киеве. Я вам сейчас это покажу, чтобы вы тоже проэнжоили. Меня удивило разнообразие товаров, и меня удивило то, что люди таки да покупают. Давайте-ка посмотрим. Чуть-чуть, пару минут. Так, что у нас тут? Люди. Это Харьковский массив, где-то улица Ревуцкого. Тоже берут мясо. Свининка. Люди покупают. В некоторых местах даже в очереди стоят за яйца. Сало по 200 гривен. Давайте посмотрим. Сало по 200 гривен. Считайте, грубо говоря, 1 гривна 40. Вернее, 40 гривен 1 доллар. То есть сало по 5 долларов. Як? Ну и что, я так хочу? Захоти найти. Вот так? Так, да, я раз в жизни могу. Обратите внимание, покупают простые люди, не какие-то миллионеры с сумками Louis Vuitton. В общем, кусок сала 83 гривны, в районе 2 евро он обошелся. Так, гуляш 180. Не собаки, треба что-то добрать. Как видим, люди сюда и приходят покупать собакам. Вот мужчина подошел, говорит, дайте мне что-то собаке. Так, как вам такая история? Обалдеть. Это ж надо? Да? Только он уже не пойдет к тому адресу, куда вы заходите. Его надо нести. Нести, да? Сколько он весит? 18 килограмм. Представляете себе? Ну, я не знаю, такой, наверное, месяц нужно кушать, как минимум. Длиннейшая улица. Двигаемся вперед. Ярмарк. Тут тоже сало. В чем сало? 250 кило. Сало 250 и красивая такая кровяночка. Обалденная. Какие кадры приятнее смотреть, чем на лёжке, конечно. Сало, мяско, 150, 170, 180. Обрезочки 30 гривен кило. Галяшечки 70 гривен кило. А сало? 120, вот такие по 200, 250, 180. Все, спасибо. Все, разобрались мы с салом, с мясом. Вначале, сейчас я вам покажу. Литр. Вначале было... Смотрите, саженцы продают, народ покупает. И на данный момент то есть, невзирая на войну, люди 8 живут. Градусов тепла.
Правда, немного пасмурно, но зато можно купить саженцы. Пожалуйста, облепиха, айва, сирень, сакура, даже сакура. Почему бы и нет? Груша. Дальше у нас что идет? Глостер. В общем, деревья на любой около. 80. И тоже укроп, петрушка. А почем у вас? По 25. Ладно, давайте чуть меньше доллара. Кучу. Давайте мне петрушку. Укроп. Молочка. Вот давайте я вам дам вот цей попробовать. Ну, а ну глянем на сыр. Полторачка и одна литровая осталась. Как приятно на это смотреть, вот на это все. Чтобы эта чертова война уже закончилась. Чтобы люди жили нормально. В общем, ну вот такие дела. Такие очереди просто. И с арахисом, с добавками, без. Я, кстати, давно уже халву не покупал. Море рыбы там, надо и карасики. Ну, короче, не буду вас задерживать. Вы поняли. Еще раз повторяю, канал называется «Антон знает цену». Вот такая тема. Понравилось вам такое? Чини. Так, идем дальше. Давайте теперь перейдем к такому ответу на такой вопрос. А именно вот как он звучал. Мне писал человек письмо, которая звучит так. «Я с Украины. Неоднократно присутствовал на ваших докладах, когда вы приезжали в Киев. Было круто. Спасибо. Я Java-инженер, вынужденный покинуть Украину со своей семьей из-за войны. Сейчас сижу в Польше и планирую переезд в Штаты. В связи с этим хотел спросить вашего совета касательно выбора штата. Из того, что читал в интернете, привлекает больше всего Флорида. Что бы вы посоветовали? Буду благодарен за любую информацию». Мне показалось, что это такой вопрос, который волнует довольно многих людей. А если это вас конкретно не касается, то вам, наверное, будет интересно послушать, как бы я подходил к такому вопросу, зная то, что я знаю сейчас. Но если бы я находился в той же Польше, если бы я был молодым программистом, ну, собственно, программистом или нет, оно, конечно, важно в этом контексте, но, тем не менее, приедут не только программисты. Во-первых, я вам хочу сказать, что есть очень много аспектов или параметров, по которым вы выбираете то или иное место. Я, кстати, спросил у этого человека, по какой программе ты приезжаешь. Он сказал U4U, United for Ukraine. То есть это программа, которая специально существует для украинцев. Это программа, которая требует, чтобы был некто спонсор, и чтобы этот спонсор подписал бумаги, что он готов помогать, поддерживать и все такое. Людей, которых он спонсирует. Эти бумаги заполняются... Я вам это рассказываю, потому что я через все это прошел. Заполняются на специальном сайте иммиграционных служб. Я заполняю специальную форму, так называемую I-134A. Там прилагаю определенные бумаги, которые доказывают, что я могу быть спонсором. И в моем случае это было когда в сентябре. Это рассматривалось недель 5 или 6. Потом это все одобрили, опрувнули, как мы говорим. И эти два человека, которых мы спонсировали, они получили тоже на e-mail соответствующие бумаги, так называемое travel authorization, разрешение на путешествие. Это означало, что просто листик, обычный листик, распечатанный, там был номер. То есть это означало, что им не нужна виза. То есть с этим листиком было написано, вы можете грузиться в свой самолет или куда вы хотите, покажете, что он у вас он есть. Так и получилось. Эти люди, которые приезжают по этой программе U4U, я трачу время на эту программу, потому что человек именно по этой программе собирается приезжать. У них есть определенные льготы, хотя они приезжают по паролю. Государство им ничего не должно. В зависимости от штата, может быть какая-то программа помощи на первое время. Скажем, на 3-4 месяца могут дать медицинскую страховку Medicaid. И могут дать талоны на питание, что означает фактически... Тебе дают карточку, а на карточку переводят, по-моему, на человека $250 в месяц, чтобы ты мог что-то купить, поесть.
Но это тоже короткое время. Это я вам рассказываю то, что я знаю про Флориду. Может быть, в других штатах лучше программы помощи. А может быть, не лучше, я не знаю. Вы должны искать по своему штату. Я вам хочу сказать еще, что люди эти приезжают по паролю, как мы говорим. Парол. Это не беженцы никакие. Им эта программа на данный момент работает до, по-моему, до ноября 25-го года. Могу ошибаться. Не знаю. На 2 года, короче говоря. На 2 года человеку разрешается здесь жить по этой программе. По этой программе вам сразу же полагается, если вы хотите, право на работу. Заполняешь форму там какую-то I-767, что ли. И довольно быстро, через там 3 недели, может, 4 недели, во Флориде, опять же говорю, тебе приходит право на работу. Это очень важно. Дальше сразу же вы получаете, то есть подаете, опять же заполняете форму, подаете то, что называется Social Security Number. Карточка, где есть номер, который есть у всех американцев. Если вы еще и подали на работу, то вы получаете карточку, на которой будет написано, что вам можно работать. Карточка важна, потому что если у вас есть эта карточка Social Security, то вы можете открыть счет в банке без проблем, без всяческих. Вот. Но особо государство нам ничего не должно. Поэтому желательно, конечно, сразу устроиться на работу. А как устроиться на работу, хрен его знает. Надо идти куда-то учиться, если у вас нет профессии, специальности. Закончить какие-то курсы и устраиваться на работу. Конечно, самый популярный вариант для женщин – это устроиться тем, что называется home attendant, то есть помощь пожилым людям. Заканчиваются короткие курсы, и через агентство вы получаете работу. Важно еще, чтобы вы получали работу легально. Это важно. Это может потом вам пригодиться тоже, если вы решите купить страховку медицинскую или еще что-то. Эти нюансы я не очень хорошо знаю, поэтому врать не буду. Дальше. И отвечаю уже вам. Если вы рассматриваете штаты, те или иные, куда ехать, то желательно вам найти группу, комьюнити на Фейсбуке, например, может быть, в Телеграме, которые именно этим занимаются. Ну вот я, например, я вам покажу, существует такая на Фейсбуке группа, которая называется «Украинцы в Майами». «Украинцы в Майами». Там, видите, вот 18 тысяч членов, например, в этой группе, они там пишут всякие постики, задают вопросы, как с этим, как с тем, кто кому-то дает советы. Довольно часто встречаются посты в этой группе, когда люди ищут спонсора. Ищу спонсора по программе U4U, мне ничего не надо, я приеду, мне только надо, чтобы бумаги заполнили. Это детский лепет на лужайке, конечно. Если вы приедете в Америку, у вас никого нет. Вы ничего не знаете. Вам негде жить. Это очень тяжело. И вот сейчас, возвращаясь к основному человеку, который сейчас находится, он пишет, в Польше, а собирается ехать в Америку. У этого человека есть профессия в руках. Вот если программист, вот как он, приезжает из Польши по этой программе, он заполняет бумаги, и через, скажем, месяц он получит разрешение на работу, и тогда он начнет искать работу. Теоретически в этих группах пишут, что тот факт, что вы приехали по этой программе, достаточно показать работодателю, и вас и так возьмут. Практически я не знаю, как это будет работать с программистами вообще или с другими людьми. Может быть и так. Если вы не сразу получите work authorization, то есть право на работу, или employment authorization они его называют, тогда вам придется какое-то время жить за свои сбережения. Во-первых, где вы будете жить? Кто вам сдаст квартиру? Квартиру, чтобы вам снять, вам нужны деньги. Деньги нужны на первый взнос, и они будут просить security deposit, то есть в размере месячной платы за квартиру еще положить, а вдруг вы ее потом разломаете, эту квартиру, и так далее. То есть вам надо уже иметь сразу же на пару месяцев на квартиру. Дальше найти ее, попробуйте еще эту квартиру. Все ли хотят сдавать людям, которые без году неделя в стране? Не знаю. Дальше. Когда вы собираетесь переезжать в эту страну, вы должны взять листик. Я люблю всем рассказывать, как вы должны взять листик, провести черту,
посерединке слева вы будете писать важные какие-то критерии при выборе страны или при выборе штата и так далее, а плюсы и минусы. Я часто вижу вот в этих форумах, ну, буквально девочки там, ну, девочка 18 лет, 19 лет. Я ищу спонсора. Красивая девочка, уже губы сделаны, как положено, уже все наколото. Я ищу спонсора. Мне ничего не надо. Мне надо только, чтобы вы мне бумаги заполнили. Я смотрю, думаю, что ж ты, девочка? Куда ты едешь, девочка? Куда ты едешь? Если вы думаете, что Америка – это рай земной, и что в Америке будут помогать очень сильно, то вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Если вы находитесь в той же самой Польше, и в этой Польше у вас есть какие-то пособия регулярные, а мне кажется, в Европе дольше платят. Если вы не устроились на работу, но учитесь где-то, насколько я знаю. Кстати, напишите, пожалуйста, сейчас, если кто-то из вас по каким-то программам живет в Польше, в Германии, в каких-то европейских странах, может быть, в Турции, может быть, в Грузии, есть ли какая-то помощь от государства людям, которые бегут от войны? Причем это не обязательно из Украины. Может быть, из России кто-то уехал, не хотел там находиться из-за того, что там война. Сколько вы можете рассчитывать на помощь государства, на достаточную помощь государства, чтобы вы могли жить? Не шиковать, но, как говорится, хлеб с маслом был бы на столе. Огромный вопрос. Надо ли вам уезжать? Ну, в данном случае человек программист. Ситуация специфическая. Программистов, конечно, получше в Штатах. Но когда вы будете писать вот на листике, что для вас важно и что очень важно, то есть назначайте вес, как мы говорим. То есть, как это сказать, приоритеты. Ну, допустим, я еду в штат Флорида, вот как этот человек пишет, что он рассматривает Флориду. И для меня, как для программиста, очень важна работа, поиск работы программиста. Если вы пишете Флорида, то Флорида – это не лучший штат для того, чтобы искать работу программиста. Какой штат лучше – это Нью-Йорк. Насколько вам важен этот параметр? Типа найти работу. Пункт номер один вы написали. Флорида. Вернее, не так. Допустим, у вас есть 5 параметров, которые вы хотите рассматривать, прежде чем решить, в какой штат мне ехать. Или вообще ехать ли в страну или не ехать. Первый параметр. Найти работу программисту. Вот вы программист. Ему назначите, допустим, 0,5 вес. Всего, допустим, максимум. Или давайте, чтобы не усложнять. Допустим, всего у вас есть 100 баллов. Максимальное количество. По поиску работы, важности поиска работы вы выделяете 50%. То есть 5 баллов. Это важно. Поэтому вы его поднимаете наверх списка. Дальше. Насколько вам важна помощь штата, которую оказывает штат? Флорида, как я вам уже сказал, может, и даст там что-то на 3-4 месяца, и все. Опять же, я не гарантирую, я не юрист. Хотите, наймите иммиграционного юриста и наймите, я не знаю, можете ли вы нанять иммиграционного юриста удаленно, по Вайберу, Скайпу или еще чего-то, не знаю. Но это может быть, это имеет смысл. Может быть, юрист вам сможет что-то больше продлить, бенефиты и так далее. Дальше. Как быстро вы найдете работу? Если вы найдете работу, скажем, во Флориде через 5 месяцев, а в Нью-Йорке тоже делайте свои ресерчи, если вы найдете через 2 месяца, то это очень важно, это очень огромная разница. Следующий вопрос, который вы должны рассматривать. Я не знаю, женаты вы или нет. Допустим, вы женаты. Чем занимается ваша жена? У нее есть профессия или нет? Если у нее профессия, как меня умиляет, в этом форуме иногда попадается в украинцы в Майами, девушка пишет, английский знаю, там на начальном уровне, по специальности, умею делать маникюр, и я профессионал по расширению, по наращиванию бровей.
Не, или ресниц. Я перепутал. Ресниц. Зачем-то вам нужны брови, как у Брежнева. Ресницы. Вот она едет в Америку, она специалист по наращиванию ресниц. Я не знаю, плакать надо или смеяться надо. Жалко девочку, конечно, хорошо. Я ей желаю всего наилучшего. Но она говорит, она думает, что у нее есть специальность. Она думает, что она приедет в Америку и сразу начнет работать в маникюрном салоне, в ресничном салоне, я не знаю, как он еще называется, и она будет в шоколаде. Дальше. Вы приезжаете в эту страну. Да, я не договорил про жену. Жена очень важна в быту и в жизни любого мужчины. Как у нас говорят, happy wife, happy life. Счастливая жена, счастливая жизнь ваша. Будет ли жена счастлива? Достаточно ли ей знать, что мой миллионок пошел утром писать ей в стейтменты и принес домой 5, 6, 7, 8, 10 тысяч долларов в месяц? Если у вас такая жена, значит, вам просто повезло. А если вам не повезло, то эта жена начнет нудиться. И дома вы будете уходить на работу, инжоить написание if statement'ов, а она будет тосковать, смотреть в окошко, пойдет маникюрный набор, то есть маникюрный салон, сделает ногти, педикюр, ну, конечно, нарастит ресницы, а дальше чем заниматься? Следующий вопрос, который вы должны написать на этот листик. Насколько хорош у вас английский? Если вы программист, надеюсь, что да, а у нее? Еще раз говорю, не забывайте о жене. Жена – очень важный параметр в нашем уравнении. Готова ли она работать не по специальности? Если она была профессионалом по наращиванию ресниц, и если вдруг у нее не получится найти ресничную работу в первую неделю, готова ли она работать на уборках домов? Или никогда в жизни она не опустится до этого унижения, в кавычках? Все зависит от этого. Я не говорю, что это хорошо или это плохо. Вам решать. Может быть, ваша жена имеет такие, другие, очень важные качества, что вы ей скажете, сиди дома, нигде не работай, просто будь такой, как ты есть. Жди меня с работы, милая. В 6 вечера я буду. Не знаю, но жена – очень важный параметр. Насколько хороший английский у жены? Дальше, если она, возможно, будет тосковать, или вы живете в Польше, вы уже знаете, она тоскует или не тоскует по Украине. Если она будет тосковать, есть ли в том районе, куда вы собираетесь поселиться, какое-то русскоязычное или украинскоязычное комьюнити, где она могла бы гулять, встречаться с кем-то там, в парк с ребенком выходить. Кстати, если у вас ребенок, если у вас есть ребенок, вам очень важны школы. Public schools. Не private school, а public schools. Ищите, идите на Google, ищите рейтинги public schools. В Нью-Йорке public schools будут похуже. В Нью-Джерси будут получше. Но в Нью-Йорке есть public transportation. То есть, нужно ли это вам? Важно ли вам то, чтобы был городской общественный транспорт хорошо развит? В Нью-Йорке он развит обалденно. Есть огромное метро, где там 480 станций. Где-то там пованивает, где-то там грязное. Это вам не киевское метро, станция университет. Это намного хуже, но оно ходит. Оно вас довезет из пункта А в пункт Б за $2.75. One way, в один конец. Или автобусы. Все это есть. И вам можно жить без машины, если вы живете в Нью-Йорке. А если у вас права? А у жены права есть? А если у жены прав нет, и вы поедете куда-нибудь в район Флориды, где похуже намного с транспортейшн, она будет как без рук. Она не сможет поехать купить продукты. А вы сможете? А у вас есть деньги на машину? А вам продадут вообще машину, если вы тут без году неделя? Или, может быть, все-таки лучше в Нью-Йорке, где и работы больше, и public transportation лучше? Дальше. А как у вас, что вы думаете про медицинскую страховку? Может быть, у вас хорошее здоровье, и вам оно не надо. Как у вас с зубами, кстати? Я забыл совсем спросить. Нормально с зубами? То есть это все дополнительные расходы. Все дополнительные расходы.
И я не знаю, может быть, я чего еще пропустил, конечно же. Потому что я не готовился отвечать на этот вопрос. Я же дилетант. Это эксперты готовятся, а я нет. Я говорю то, что я знаю, то, что приходит в голову так сразу же. То есть финансовая подушка очень важна. И если вы находитесь сейчас в Польше, еще раз говорю, это невзирая на то, вы украинский беженец, или вы из России бежали, из-за того, что Россия агрессор. Подумайте, может быть, все не так плохо в Польше вашей, в Германии или в другой стране, где вы находитесь. Во-первых, это близко. Это Европа, во-первых. Во-вторых, это близко к Украине, если вы решите вернуться. В-третьих, находясь в Европе, можно даже путешествовать. В-четвертых, Европа более социалистическая страна, и медицина там будет стоить существенно в миллионы раз меньше. Вы будете прикрыты, вы будете спокойнее, вы не будете нервничать, что у вас нет медицинской страховки, находясь в Европе. Ну, как я уже сказал, вы сможете путешествовать, если у вас есть машина. А даже и без машины в Европе обалденная сеть железнодорожная, поездов. Вы можете всю Европу посмотреть за относительно небольшие деньги. То есть есть огромное количество параметров. Я сейчас хочу посмотреть, что люди пишут. Может быть, люди тоже мне что-нибудь другое. Что-нибудь другое предлагают. Так, нет, пишут не про это. Много плохих историй. А вот Серпко пишет: Яков, много плохих историй было, когда вот такие девочки приезжали к мужчинам, что не имели возможности найти прямым способом себе девушку. Потом били, насиловали, даже убивали таких девушек. Первый раз такое слышу. Могут ли быть преступники? Могут. Где угодно, но я сомневаюсь, что прямо... Тут просто люди зарабатывают деньги. Некоторые люди зарабатывают деньги на этих форумах. Они берут, по-моему, по 3000 долларов за человека. То есть он говорит, я буду спонсором за то, что он запишет, заполнит бумаги на этих людей. Он берет 3000 человек. Это ужасно, но люди, есть люди, что можно сказать. Но уж они это делают для того, чтобы заработать денег, а не для того, чтобы убивать девушек. Нет. Тут я не боюсь особо. Кроме того, Америка свободная страна. И она не должна жить у него. Ну, а с другой стороны, если одинокий мужчина пишет женщине, которой 20 лет, что я буду твоим спонсором и будешь жить у меня, я бы поостерегся. Чего-то он хочет, чтобы она жила у него? Потому что он очень хочет помочь украинским девушкам в целом или нет, не знаю. Я не украинская девушка молодая и не девушка старая. Не знаю. Митко Бар пишет, у Романенко вчера вышел ролик «Жизнь в США глазами украинца». Познавательно. Вот еще вот один канал «Украинец переехал в США, в Польшу, Алексей Безмежный». Я не знаю, что могут украинцы, которые не были в США. А может быть, на этом канале вышел ролик «Глазами украинца». Но я тоже предостерег бы вас от всяких таких взглядов, потому что у каждого украинца есть свой взгляд на то, что он видит в Америке. Знаете, как это старая народная индийская мудрость, когда взяли семеро слепых и подвели их к слону, сказали, потрогай, скажи, что это. Кто-то потрогал ногу, это, говорит, это столб. Кто-то еще что-то потрогал. И, в общем, каждый видит какую-то часть слона. Всего слона видят немногие. Я не знаю, как этот ролик про жизнь в США глазами украинца, но если это жизнь в США глазами украинца без специальности, который приехал по U4U, это будут совсем другие США, чем если это глазами украинца, который программист, знающий английский язык, и имеющий хороший опыт работы. И тот украинец, и тот приехали по программе U4U США, но они будут видеть совершенно разные США. Я не знаю, что в этом видеоролике показано, но если там не показаны разные украинцы, то цена этому ролику невелика. Анна пишет, Анна, кстати, живет в Германии.
В Германии очень сильная и длительная социальная поддержка для всех малоимущих, в том числе беженцев из Украины. Сюда входит оплата медицинской страховки, жилья, интеграционные курсы и ежемесячное пособие. Вот это одно, то, что Аня пишет, это может быть crucial, это может быть решающе. Другой вопрос. Как легко найти программисту, например, работу по специальности в Германии? Я не знаю. Но если есть то, что, если уже есть то, что перечислила Аня, а у меня нет причин сомневаться в этом, то это уже такая база крутейшая. То есть уже не только муж будет себя чувствовать комфортабельно, муж-айтишник, но и жена, но и ребенок. То есть то, что в этой пирамиде Маслова или Маслоу является базой всего. Еда, кровь, секс. Ну, секс может быть и в Германии, и в Штатах. Я не знаю, в какой стране у вас будет лучше секс. Но иметь крышу над головой, иметь базовые деньги на базовое питание, это настолько важно, вы не представляете, что даже можно стерпеть то, что вам приходится разговаривать по-немецки целыми днями. Так, AB пишет, Украина – это штат Америки, уже можно далеко не ехать. Это не штат Америки, конечно. Аня дальше пишет, с одной стороны, это хорошо, с другой – существенно расслабляет и демотивирует людей. Зачем напрягаться, искать работу, если и так хорошо? Плюсом инфляция и постоянное повышение налогов у тех, кто работает. Да, тут надо прокомментировать вот как. Эмиграция, в которой оказались украинцы в данном случае, или не украинцы, может быть, и россияне, которые уехали, бежали от этого гада Путина. Это вынужденная эмиграция. Это не мой случай, который я хотел сюда. Я очень хотел сюда. Я знал, что я здесь добьюсь, чего добьюсь, что я могу, что я умею. Я был готов терпеть трудности. И спасибо огромное моей жене, которая тоже была готова терпеть трудности. И не глушалась уборками домов, тяжелой работой. Первые месяцы нашей жизни в Америке. Но у нас была цель, и мы сделали это сознательно. А здесь нет. И это тоже сильно демотивирует. Люди, которые приехали, оказались, вернее, в той же Германии или в Польше, не по собственному желанию, эти люди будут пытаться найти самое плохое в этой стране, чтобы объяснить себе, что И не стоит и стараться. Вот как Аня пишет, пособие отдают, буду сидеть на пособии, все равно это временно. И так они будут сидеть 5 лет и ничего не добьются. В этом плане Америка страна намного тяжелее, ибо пособий там не будет столько, но зато она и мотивирует тебя быстрее вырваться из этой бедности и что-то найти себе, найти работу, устроиться. И в результате все устраиваются. То есть я ни в коем случае никого не демотивирую. Нет. Я не говорю, не езжайте в США. Я говорю, езжайте, но езжайте с открытым забралом, езжайте подготовленным, езжайте, понимая, какие трудности или какие вопросы вам придется здесь решать. И обязательно, еще раз повторяю, со своим супругом или супругой это обсудите. Потому что вам нужна команда, вы должны вдвоем двигаться по этой тяжелой, новой, другой стране. Стоящая стабильная война пишет, в Германии приветствуется хорошее знание немецкого языка, с B+, легко найти работу. Вот, поставьте себе цель, тем более в Германии, я знаю, там по другим каналам вы будете получать пособие, потому что вы учитесь. А пока вы учитесь, вы получаете пособие. Язык очень важен. AB пишет, палю костер в польском лесу и слушаю стрим. Осторожно там с этими со спичками, чтобы у вас лес не загорелся. Сосиски на костре, еще и град пошел. Сосиски под градом – это такой экстрим, я не представляю. Фауст Энд пишет, честно говоря, не понимаю, что еще обсуждать, если американцы сознательно не помогают Украине. А должны? Big question mark. А должны? Остается только один вопрос. Как именно Украина погибнет? Это очень пессимистический взгляд, господин Фауст Энд. Надейтесь на лучшее. Бегемот пишет. Что за сексизм? Моя дочка, яка девочка, программист и заробляє норм. А в неї є хазбенд, он же чоловік,
он же муж. Есть у нее муж. Я говорю о ситуации, когда едет семья. Ситуация, когда едет один человек, будь то мальчик или девочка, программист или программистка, это просто day and night. Это земля и небо. Конечно, я желаю вашей дочке всего хорошего. И девочки-программисты живут здесь шикарно. И не нужны им никакие мальчики. Они до 30 лет живут, занимаясь собой, своей карьерой, своим обучением. 30 лет они начинают подумывать, может быть, начать встречаться с кем-то. После 35 лет они думают, может, уже пора завести ребенка. У нас так. У нас такая ситуация. Это не хорошо, не плохо, это так. It is what it is. Митка пишет, женюсь на дочке бегемота. Если дочка бегемота вас захочет, Митка Бар, я думаю, что дочка бегемота найдет себя достойного человека. Может быть, и вас. По крайней мере, попросите телефончик. Бегемот пише, є, але вони у Києві, нікуди не збираються. Це дуже добре, це дуже добре. Сергей пишет, если едет один человек. Ну, я уже ответил, что если едет один человек, это намного проще вообще. Более того, я вам хочу сказать, что я сам поехал один. В 92-м году жена отвезла меня в аэропорт, и она осталась с ребенком в Киеве. И тогда была не такая тема, как сейчас. И я уехал, сказал, милая, когда увидимся, не знаю, я поехал. Постараюсь зацепиться. И зацепился, и так получилось, что уже через 6 месяцев она с ребенком приехала к нам в Америку. Может быть, действительно имеет смысл поехать одному? Вот это я говорю человеку из Польши, который написал. Может, действительно, пусть ваша жена и ребенок, если они у вас есть, остаются в Польше пока. А вы попробуйте. Если получится, тогда... То есть оформить надо you for you на всех, но приехать одному. Может быть, через месяц вы расскажете, имел в виду я вашу Америку. Гюзель пишет, согласна с вами, Яков, чтобы поехать в другую страну, нужна сильная мотивация. Конечно, конечно, если я... у меня была сильнейшая мотивация, и я шел четко к цели, я знал, что я добьюсь. А если сидеть на, как на иголках и думать, что ну, мне еще тут пару месяцев осталось, как мой старший сын. Он не хотел уезжать, естественно, ему сколько было, ему 8 лет тогда было. Его устраивали друзья, там, школа, все такое. Так он, ему и не говорили, что, в принципе, у нас в планах было вообще здесь остаться. Мы ему сказали, что вот папе дали, уже тогда, к тому моменту я уже переоформил гостевую на рабочую визу на 3 года. Ну, ему сказали, папе дали на 3 года рабочую визу, и он писал бабушке в Украину. Писал, бабушка, ты не волнуйся, меня выписали сюда на 3 года, а потом я к тебе вернусь, писал наш старший сын. Сейчас, конечно, он не хочет. Так, Гюзель пишет, какой красивый мелодичный украинский язык. Хочется слушать и слушать. Это еще в моем исполнении его слушать. А когда люди говорят красиво по-украински, это песня. Это реально песня. Но таких людей немного в Украине, которые хорошо говорят по-украински. Сербко пишет, Яков, а почему вы раньше не уехали? Вроде бы с конца 86-го начали евреев из СССР выпускать. Чтобы уехать, надо было... иметь приглашение, б, надо было рассматривать Израиль как вероятную страну назначения, хотя потом там в Вене или где-то люди разделялись, а Израиль тогда мы не рассматривали. Мы не рассматривали, потому что у меня жена не еврейка. И тогда это вопрос не стоял. Потом все поменялось, ну, там, по определенной ситуации, и мы рассматривали. Виталий Морозов пишет, здравствуйте, вы затронули тему пособий. Что скажете про Welfare Queen? Что вы имеете в виду Welfare Queen? Пособие это зависит от штата. И поэтому я тоже говорю, если вы считаете, что вам нужно пособие, то рассматривайте, какую помощь дают в том или ином штате. Ищите эти форумы, говорите с людьми, которые там конкретно есть, задавайте им вопросы. А сидеть просто на велфере человек, который приехал по you for you, никак он не сможет сидеть на велфере. Никак.
Фаустен пишет: услышал ваш ответ, спасибо. Нет, американцы ничего Украине не должны, но Украина без их помощи умрет. Надо думать, что делать в этом случае, как бы это ни звучало. Но как умереть лучше? Никуда Украина не умрет. Почему вы так решили? Украина может не получить то, что кричат с Банковой, что «всрамся, а не сдамся», кричит Банковая. Ну, за это Банковая заплатит еще десятками тысяч украинских жизней, но не умрет. Государство не умрет. Будьте здоровы, благополучны, желаю вам мирного неба и всего самого наилучшего. Ставьте 100 лайков, и тогда снова завтра встретимся. Пока.